Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Разница в убитых и раненых, а их десятки тысяч человек, они лежат на совести тех, кто нам не выдавал боеприпасы. А это министр обороны Шойгу и это начальник генштаба Герасимов. Это Шойгу и Герасимов, которые превратили войну в собственное развлечение. У Шойгу зять ходит, булками трясет. Министром обороны Российской Федерации подписан приказ подписания добровольческими отрядами контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Шойгу погубил тысячи российских солдат. Ебать. Сейчас, брат, подожди. Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Те, кто уничтожили десятки тысяч жизней русских солдат, будут наказаны. Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. Эта тварь будет остановлена. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Нельзя играть на руку противника в эти тяжелые для страны время. Решить все проблемы только мирным путем. Это государственный переворот. Я вас прошу, одумайтесь. Не нужно это сейчас делать, потому что большего удара по имиджу России, по ее вооруженным силам сейчас придумать невозможно. Добрый вечер из Москвы. Момент. Мы пересекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили навстречу и обнимались с нашими бойцами. Сейчас мы входим в Ростов. Подразделение Министерства обороны, вернее срочники, которых кинули перекрывать нам дорогу, отошли в стороны. Только что вертолет открыл огонь по гражданской колонне, был сбит расчетами ЧВК «Вагнер». Это пиздец. Они что-то захватывают. Я Вертушка уничтожена, горит в лесополосе.
Нас не смогут уничтожить. У нас есть цели, мы готовы все умереть. Его сбили. Вот, смотри, смотри, что есть. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальника генштаба и шайки. Начальник генштаба нет. Пока их не будет, забежаем. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Куда? Под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром, начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Дорогу, видимо, пытались перекрыть на Москву. То, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности. Для нас, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Ебать! Откуда было, не понятно. Блять! Откуда взрывается? Страшно! Глянь, горит! Вверху! Самолет горит! Озерки прилетело. Вагнера, вот, я же видел, они ходят тут по территории. Пойдем. Летит очень низко. Только что был взрыв. Мама! Мама! Мне страшно! Мама! Сбили вертолет, я с огорода снимаю. Ебать! Перед Чаплынским районом, короче, все. Нам больше не проехать. Как домой ехать, не знаю. Он на танке едет. Смотри.
За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Мы остановились в тот момент, когда первый штурмовой отряд, подошедший на 200 километров к Москве, сделал разведку местности, и было очевидно, что в этот момент прольется много крови. Мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране.